каждый подросток такой. Так, сейчас я быстро, ни на что не отвлекаюсь, сделаю уроки и буду заниматься своими делами. Так, сейчас мы сделаем. Пока что возьмем учебник. И перепишем. Представляешь? Да, так я и говорю. Чё? Завтра контрольная по обществу? А, ну я как раз его делаю. Интересно, а почему наша Земля именно круглая? Почему не квадратная? Наконец-то, общество я делала. Так, а сколько я его делала? 3 часа? Еще 7 уроков делать? Не успею сегодня, буря. Каждый подросток такой. Я так в туалет хочу. А если я сейчас пойду, и родители подумают, что я не спала все это время? Ладно, окей. Каждый подросток такой. Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, that'll put you in your place. 7 letters on the plate, fuck you when I break. I got called. Hard to breathe, but that's alright. Hush. Каждый подросток такой. Может, на кухню сходить перекусить? Ну да, окей, схожу. Вот эта голова закружилась. Да. Каждый подросток такой. В комнате прибралась. Посуду помыла. Книжку почитала. По сути, теперь я могу взять телефон. Ура! Ты мне объясни, почему я всегда, когда захожу к тебе в комнату, ты всегда сидишь в своем телефоне. Мне что, его у тебя забирают, что ли, я не понимаю вообще. Да в смысле? Я же не виновата, что ты приходишь тогда, когда я только возьму телефон. Что за несправедливость? Каждый подросток такой. Ну вот и все. Если тебе понравилось это видео, то ставь лайк, подписывайся на канал. И если, конечно, хочешь не упускать моих новых видео, то можешь поставить колокольчик. А еще напиши в комментарии, что я забыла сделать. То есть, может быть, возможно, ты знаешь еще что-то, что делают постоянно все подростки, а я просто этого не сняла. То напиши в комментариях, мне будет очень интересно почитать. Ну, а с вами была Арина. Всем большого мандарина!
Open up the safe, bitches got a lot to say. Pussy in your face, that'll put you in your place. Seven letters on the plate, fuck you in the break.